на чешерке. Кот занимается над балконом, смотрите. Вот. Хочу заделать вот эти дыры и постелить линолеум, такой же, как в квартире. Пока на первое время пустак будет. Здесь потому что дыры ужасные. Вот, смотрите. Вот. Вот это я все хочу заделать. Вот тут вот, видите, какие дыры там. Что входят вот такие куски большие пенопласта. То есть я их ровненько так вот отрежу вот здесь. Вот так. Наравне с полом, чтобы было. И заделаю вот раствором таким. Вон, видите, везде дыры. Сделаю одно отверстие, чтобы как слив был. Вот такая у меня сегодня работа. Заканчиваю балкон уже. Так. Заделываю щели. Извините, пожалуйста, я еще раз говорю вам, что я не отвечаю быстро, сразу. Ну, в смысле, в этот же день на некоторые комментарии у себя под видео, потому что у меня с интернетом пока проблемы. То есть, ну и, естественно, не могу посмотреть многие видео своих там любимых каналов, всяких разных, сами знаете, да, каких. Те, кто мне нравится больше всех. Вот я их иногда могу посмотреть, иногда не могу. Так. Вот, осталось чуть-чуть нам тут заделать. И можно будет стелить линолеум. Ну, пусть хотя бы так вначале. Самый интересный пока для меня любимый канал, то есть я смотрю с самого начала, когда я еще не переезжал в Краснодар, то есть из Кемерово, из Сибири, с Кузбасса их смотрю. Это Южный мир счастливой семьи, мне очень нравится, там парень, девушка и мальчик, ребенок у них. Я вообще люблю... Привет, ребята! Так, я вообще люблю каналы без выпендрежей, без всякого вранья, то есть, когда люди, ну, вот это вот, вот эти все комплексы, да, у них в жизни, и изначально, с детства они идут, вот, они с ними не справились в определенном возрасте, то есть, когда идет становление личности в подростковом периоде, там, например, все пытаются... надеть, например, что-то самое модное, выглядеть как бы круче всех там и так далее. То есть у меня самый лучший парень, у меня самая лучшая юбка, самый лучший там телефон и так далее. Вот это все. Вот. Один по-другому подстраивается и так далее. Вот. И тот, кто с этим не справился в этот период жизни, то есть потом как бы ты когда самоутвердился уже в этом, что ну да, ты можешь, и ты самый как бы лучший можешь быть, ну, почти что везде, то есть, ну, может быть, не везде, конечно, но ты просто постарался несколько раз, у тебя получилось как бы стать лучше всех, и ты уже, тебе не интересно, то есть ты думаешь, ай, да зачем это мне нужна, какая-то гонка, какая-то игра, то есть может быть, даже тебе и не нравится эта юбка в 12 лет, да, например. И вот ты эту юбку надеваешь, показываешь, что да, она у тебя тоже есть, и как красиво, то-то, то-то. Потом ты переходишь уже с возрастом как бы на другой уровень, ты идешь по лесенке, да, как бы. Это у тебя уже было, тебе неинтересно, ты уже самоутвердился, тебе как бы это не надо. У тебя идет другое. И вот кто не справился с этим, то есть у того возникают вот эти комплексы, они на всю жизнь. И они у них идут в течение жизни, то есть постоянно. И вот он
выпендривается уже там в 20, в 30, в 40, в 50, да у меня самая крутая машина, да у меня самая крутая, у тебя вот такая, у меня такая. То есть он ориентируется на соседей, на знакомых, на каких-то там еще. То есть он не живет сам своей жизнью. И мне кажется, это так тяжело, то есть вот эти вот все комплексы психологические. У тебя за спиной как бы вот этот лежит камень, то есть вот этот лучше всех, круче всех, то есть просто для того, чтобы быть первым, то есть среди вот этого стада, которое повторяет друг за другом, и вот они вот это делают, то есть я, ну как бы это можно понять в подростковом возрасте, когда еще, ну как бы становление идет, а когда уже во взрослом, прям в возрасте, это я вот смотрю, мне так жалко этих людей, которые не справились со своими подростковыми задачами когда-то, да? Ой, они вот до сих пор несут вот эту лямку, как у Паши, как у Мити, как у Вити, там, ну, такое. И постоянно они не живут своей жизнью, то есть они... Мне нравятся люди, которые как бы являются самими собой. Это у них все прошло, это им не интересно. У них, они уже начинают разбираться, что лично им нравится. То есть не обязательно там соответствовать кому-то чему-то, что скажет там баба Маша, тетя Паша какая-то. То есть, когда ты освобождаешься от этого, как бы от такого какого-то социального общественного мнения, ты, тебе намного легче. Ты снимаешь вот эти все маскарадные костюмы, вот эти маски, вот эту ерунду всю. Ой, раствор сильно жидкий. Я тут заговорила, тут у меня совсем чуть-чуть осталось. Вот, я люблю такие вот сейчас каналы, как бы, когда люди просто рассказывают о себе, какие у них плюсы, ну, то есть вот они по переезду, да, какие видят плюсы на самом деле, какие минусы, что им нравится, что им на самом деле, что им нравится. На самом деле, что им не нравится. То есть это видно, что... Поэтому мне нравятся каналы такие, как «Южный мир счастливой семьи», новый канал «Всегда вместе», там тоже муж с женой молодые приехали в Краснодар, недавно у них как бы там канал образовался этот, потом «Заяц и медведь», то есть, ну, «Заяц и медведь» я смотрю сейчас, не, ну, как бы не каждый выпуск, потому что у меня нет времени, и интернет у меня сейчас такой не очень. Вот. И вообще они уехали обратно в Кемеровскую область, в Мыски. Это мой родной город Кемерово. Ну, я из самого города Кемерово, они из Кемеровской области, город Мыски. Такой хороший, зеленый, маленький городочек. Вот, они уехали туда, потому что ждать сдачу своего дома ЖК «Мечта» у них еще долго, то есть они потом приедут сюда еще. Вот. И я смотрю в основном тех, кто находится именно в Краснодаре. Вот. Начинала я смотреть, изучать местность эту с канала «Сниму, расскажу». Там тоже мама и дочь ведут очень интересно. Они тоже такие обычные, нормальные девчонки. Поэтому как бы вот, вот эти все каналы, они свободные от предрассудков, они ни за кем ничего не повторяют, у них нет таких вот рамок каких-то, стадных таких вот чувств каких-то, то есть они индивидуальные, сами по себе. И вот мне нравятся вот такие ребята, поэтому это мои любимые каналы. Остальные у меня... удалены, значит, со временем. В самом начале, когда я изучала город Краснодар, у меня было подписок, наверное, штук 30 тех, кто переехал, то есть, что они рассказывают, то есть, они у меня постепенно вычеркивались, удалялись, то есть, я вижу, ну, вот это, то, что мне неинтересно, то, что мне не нужно, вот эта вся показуха нереальная, вот эта ерунда, выпендрёж какой-нибудь там или еще что-то. Это не нужно, это все подростковое. Я давно переросла. Давно. То есть это
Это у меня было только вот лет 13 до где-то до 18-19. Все. Дальше у меня пошел другой уровень, то есть дальше. Вторая ступень, третья, четвертая, пятая, там дальше. То есть все это я уже пошла, это мне не интересно. Это я все вижу. Ну, мне не 15 лет, понимаете, да? Вот. Так, вот смотрите. Закончена моя работа. Так, огромные щели. Кот заделал вот балкон. Так, здесь оставил я слив, когда будет дождь, чтобы сливалась вода. То есть вот так, здесь уже подсохло. Так, с этой стороны еще нет. Так, вот теперь можно стелить линолеум. И с вами был Чеширский кот. Весь в работе. Пока-пока.